Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Капитан Фоксика, и это обзор последних обновлений в игре Tame of Dragons. Давно у меня не было в этой игре, поэтому не волнуйтесь, скоро видео начнут выходить в штатном режиме. Статный режим — это раз в неделю, два раза в неделю, вы сами понимаете. Итак, все скины теперь дают одинаковые характеристики. Если раньше, допустим, последний окрас был круче всех, сейчас это не так. Меня жутко тогда бомбило, потому что окрасы, которые мне не нравились, они были лучше всего. Вот, вы, кстати, можете посмотреть, так с этим всем тоже есть. Там с бабочками, с следами. Также нам вернули, снаряжение нам вернули. Наконец-то. Мы так давно его ждали, что я даже забыл. Вот. Каждая часть снаряжения что-то прибавляет. Что-то урон, где-то охлаждение. Сами, если нужно, разберетесь. Итак, следующим по счету будет новый режим. Друзья теперь еще показываются. Мы засветились в видео. Режим ковбоя. Так, карта только Эвендер. Время раунда поставим 10 минут. Да, видел. Так. Ждем. Меню загрузочки. Хоп-хоп. Так. О. Время изменили. Точнее, таймер теперь по-другому показывается. Молодцы. Так, на мини-карте, как я понимаю, коровы, которых мне надо отнести. Давайте будем лететь к той корове. Кстати, это новая карта. Так. Летим к корове. Давай, Нара. Давай. Так, летим. Давай. Так, а я что-то не вижу менюшки, где у меня отображается моя скорость. Оп, разучился играть. Отлично. Так, а как она устроена? Хочу посмотреть, как она устроена внутри, а получается, что перелетает постоянно. Вау. Круто. Вылетай. Опять не получается. Вообще перестал чувствовать управление. Какая же шикарная карта. Так, ладно, не будем отвлекаться, надо за корову лететь. Точно. Корова — это Зызинь. Летим. Так. О. Все. О, мы как НЛО. Синими лучами забираем коров. А может быть, это отсылка к инопланетянам? Точнее, к методу похищения. Подлетел, фонариком поднимаешь и... на Сатурн. Как же жестко ее колбасит внутри. Так, а куда эту корову надо нести? В башню ведь? К главному лучу. Я думаю, вам не нужно показывать то, как мы будем лететь к главному лучу. Всем спасибо за внимание, с вами был я, Капитан Фоксика, всем удачи, всем пока, ставьте лайки, пока!